шутки могут быть? Ну, шутки. Вот. Компьютер не работает. А почему он тебя... Ну, что, вот-то, вот-то. Это... Почему? А потому что это твой заяц напетлял в компьютере-то в моем. Я почему начал очищать диски-то? Я не понимаю же. Он принес свой ноутбук. Со своего ноутбука скачал мне что-то и не сказал, главное, ничего. А смотрю, потом он скачивает сюда, я говорю, так а провода зачем туда-сюда? Да это мне нужно вот это скачать, а значит, потом обратно сюда что-то там. Ну, всякую блеотину там закачал. Мне пришлось это все, вот я мучаюсь, что она не работает то так, потом вообще плитки выхожу, а раз и белый экран получается, и ничего у меня нету. Я вот последний раз опять стер жесткий диск, песком бросил еще туда компьютер, чтобы он чище очистился. И по новой ввел оперативную систему, эту восьмую, и сразу десятую. В общем, это я смог вот это сделать. Вот. А сейчас дальше смотрю, сижу два дня и думаю, что делать. А потом вот скайп, там это значок появился, я давай туда. Ну, введи эти данные, я данные ввел, смотрю, картинка получается вообще все. Ну, и думаю, так скайп тогда работает. Я и попробовал послать тебе это сообщение. Вот. Только один скайп работает, а больше ничего нету. Да, у меня ни оперы нету, ни этого... А? Ну, говоришь... Что? Говоришь, не работает это. Так скайп-то работает, вы же хотели скайп больше всего. А опера не работает, тогда вы уходите, не можете посмотреть даже Осипова. Да никого вообще. И не могу поставить. У меня нету этого защиты-то сейчас. Защиты нету на компьютере. Нужно ее скачивать с личного кабинета. Бесплатный у меня антивирус МТС-овский. Вот что нужно делать. Оперу поставить и вот этот скачать. Значит, антивирус. Видишь, ну и что там еще надо будет? Видишь, какое дело? Разница между нами. Я ничего не понимаю и не трогаю. А ты понимаешь и трогаешь. И поэтому у тебя, может, где-то не так нажал или что-то. А я вообще не прикасаюсь. Я боюсь. Я страшно боязливый. Я совсем Я совершенно не боюсь это сказать. Боюсь здесь, не делая ничего. Озеро Огненное, это, конечно, не про это говорится боязливо. Я боюсь технику испортить. Я нигде ничего не делаю, но вот это самое маленькое. У меня ума не хватает на это. И, да и мне сделали замечание, зачем вы беретесь-то? Вы то взяли на себя другое, нам что делать, оставьте. Я тогда понял, это надо отойти, я отошел. Я тебя прекрасно понимаю, что у тебя аппаратура вся не твоя. А я-то свою купил уже третью за свои деньги кровные. Не допиваю, не доедаю. И покупал компьютер один, топором изрубил, самый первый. Второй купил под страшные проценты, 37,5% ноутбук. Но потом вижу, он мне никак не подходит. Голову-то надо наклонять. А у меня кровь не доходит в голову, голова отключается, а компьютер работает. Я его продал сразу через 4 месяца. Вот, так потерял сколько денег. Потом давай опять копить. Копил с пенсии, опять не допивал, не доедал. Купил этот самый чемоданный ящик, вот под столом стоит. Вот, а ящик-то что, мало? Нужно монитор. А монитор, вот... Опять давай копил 2 месяца и купил хороший монитор Samsung с высоким разрешением. Ну вот и все, и вот, ну так немного остается, чтоб не дошло. Да, мало дела осталось. Я, говорит, истратился, не допил, не докурил, не доблудил, говорит, а вы надо мной смеетесь? Ой-ой-ой, да как же быть-то, как помочь-то тебе? Я не знаю, я-то не разбираюсь, вот в чем дело-то. Я бы помог тебе сейчас. Ну, да ты молодец.
Мне, как ребенку, интересно, что внутри. Я еще только не разбирал вот ящик. Ну. Я все улучшаю. Я скачал 10-ю версию. Она красивше, мне кажется. Я 8-ю не знаю, ну и 10-ю также не знаю. Какая мне разница? Но 10-ю вроде лучше работает. А я-то ничего не понимаю. У тебя сегодня что-то видимость. Я не понимаю, поэтому ничего не трогаю, совершенно не трогаю. Вот бывает, там самое маленькое что-то не так. Я сразу спрашиваю Никиту. Никита-то в этом деле-то понимает? Конечно, не как там Виктор там или кто-то. И у меня ни разу он плохо не сделал, Никита-то. Я ему благодарен. Он как-то недавно я не мог убрать. У меня копия получилась двойная. Ролик в двух экземплярах-то. Убрать надо. Я убрать не могу его. Я не трогаю. Никита пришел. Никита, покажи. И он нашел, где я сегодня сам уже удалил. Вот штука-то какая. Ну, он тебя боится, он работает, старается, он старается. А меня он нисколько не боится, так и все. А чего он меня боится-то? Я ему замечание сделал. Слушай, что у тебя плохо сегодня видимость у тебя идет? Не знаю. Камера с твоей, веб-камера. Мне этого достаточно. И... Так у тебя дешевая камера, что ли? У меня-то, посмотри, какая камера-то. Ну, 6000 отдал. А мне эту камеру-то там Сергей парализованный Козлов-то. Он еще покупал и динамики устанавливал. Совершенно люди не рядом со мной. Они еще меня боятся, что ли? Это люди, которые желают поучаствовать в этом деле. И я благодарен всем. Парализованный, 13 лет недвижимый. И он купил. Я твоих глаз не вижу даже. Ну вот смотри. Твоих глаз не вижу, не показывает компьютер. Ну как так? Да не вижу вообще, вот только твое. Если бы тебя не знал, то я бы и вообще сказал бы какой-то пришелец. Я не знаю. Из тайги вышел только, ну непонятно. Ну, наверное, это самое мое название. Но это может быть у меня защита. Защиты-то нету. Вот из-за этого, может быть, я тебе... Ты мне... Я по скайпу с кем разговариваю, ни у кого претензий нету. Все говорят, вот хорошо видно. А то у тебя, ты там завесу какую-то власяницу, как Моисей на свое лицо. Слушай, у меня нет защиты на компьютере, не стоит сейчас. Я спрашиваю, ты меня хорошо видишь? Я очень хорошо вижу. Четко меня. Нет? Вижу такой бритый, здоровый, крепкий русский мужик, медведь русский. Бритые, по поводу бритые говорить можем долго или даже вообще. Я не признаю вот эту вот бороду. Не признаешь. Я тебя спрашиваю, как ты думаешь, пиштеть. Михаил Федорович, как ты считаешь, Христос был с бородой или нет? Тогда станков не было. Нет, я спрашиваю, ты просто ответь, да и нет, а сверх того, то от лукавого. Адам в раю? Ответь, Адам в раю, чем бы брился? Сейчас скажи. Чем бы брился Адам в раю? Нет, я не про Адама, я спросил, Господь наш Иисус Христос, мы не знаем, какой он был раньше, но когда вышел на проповедь, все его уже увидели, он был с бородой или нет? Бородой. Ну да, потому что плащаница туринская показывает. Второе. Пророки, которые Ветхий Завет писали, они были с бородами? Это я слышал, я читал. Нет, ты коротко, пожалуйста. Коротко ответь, да или нет. Пророки Ветхого Завета с бородами были? С бородами. Так, апостолы с бородами были? 12. С бородами. Так, святые отцы, начиная с первого Игнатия Богоносца и до последнего, с бородами? Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Феофан Затворник. Все с бородами были или нет? Или как Осипа были бриты с галстуком? Да. Ты пойди в храм, если ты православный, ты посмотри в храме. В храме-то посмотри, иконы же висят. И поэтому посмотри, князь Владимир какой, Константин, все с бородами. Я-то православный, я крещен. Ну да. Я тебе говорил, ты знал это прекрасно. Я крещен в русском православном храме. В 1934 году. Где ты нашел, что бритый? А когда ты в церковь приехал,
когда к тебе в Потеряевку приехал, ты меня с литургии выгнал вместе с оглашенными. Ну, да. Значит, таким образом ты не признаешь крещение Московской Патриархии. Вот и все, в чем вопрос-то, вот в чем дело-то. Так, Ну, это как хочешь, я в твою общину даже проситься не могу, потому что ты меня заставишь бороду носить и перекрещиваться в Потеряевке. Я хотел бы в общине-то быть. Но только быть таким, по своим правилам, какие у тебя есть. Вы мне помогаете. Нет, ты послушай, давай договорим до конца. Ты говорил, я приеду в Потеряевку, я буду другой исправности. Значит, если ты такой же хочешь быть бритый, пить, курить, материться и быть членом нашей общины, ты-то себя знаешь, какой ты есть. Курить не буду, да как пить не будешь? Не буду. Ну пьешь, тебе сколько лет? Уже наверное, сколько лет тебе? Очень просто. Сколько? 82-й. 82-й. И по сегодняшнему... 82-й. Я и понял, 82-й. И однако ты пить не бросил, курить не бросил, материться не бросил. Да. Ну еще. И ходишь, причащаешься. Ужас. Ну еще. Это только по злости иногда. По злости иногда материться. Слетает просто с языка. Потому что... Ну а хорошо, а курить-то? Привык. Курить ты каждый день куришь? Каждый день курю. А выпивать-то пьешь, когда вот сегодня... пить-то пьешь по сегодняшний день? Вчера вечером бутылку взял, потому что расстроился, компьютер не работает. Пошел, взял бутылку. А чего бутылку? Ну, вина или водки взял? Водки, вот, сибирская водка. И тебе бутылки на раз хватило? Конечно, сибирская. Ну вот теперь и решай сам, как бы ты в Потеряевке-то был бы? Как? Ты вот помни... Ну не пил бы, да и все. Да нет, ты не можешь исправиться. Не может, говорит, эфиоплянин кожу свою сменить или барс пятна? До первого замечания, как увидишь в Потеряевке меня с сигаретой, сразу гони палкой, вот оглоблей можешь знать. Я тебе доверил. Вот такой договор заключен. Теперь смотри. Увидел я курю в Потеряевке. Бери оглоблю и гони за деревню. Ну да. Если выпил, ну еще что-нибудь какое хочешь. Ну еще бы там было. Теперь скажи, вот мы пошли на литургию. А ничего. Так, послушай. Мы пошли на литургию. И заснял бы. Заснял. Мы пошли на литургию. Ты вечером просил, тебе нужно молоко простокваша. Я тебе 3-литровые банки принес. А ты утром идти на литургию, дай мне простокваша молока. Было? Я говорю, да литургия-то кто же это пьет-то? А ты говоришь, хочу. Так я ж не готовился к причастию-то. Ну, нет, не готовился. Я ж не причащал-то. Да какое причастие, когда ты оглашенный? Какое причастие-то? Какой я оглашенный? Я член церкви. Даже еще не, тогда выходит, что и не оглашенный даже еще. Тебя надо из храма выводить вместе с царем, который нарушает правила. Игнатий, дорогой брат, вот ты меня не хочешь братом называть, а я сказал Володе и этому Никите, дорогие братья, я открываю ворота и говорю, заходите, дорогие братья, а они мне все равно дядя Миша. Это вы как хотите, пожалуйста. Ну не хотите, значит нет, а я буду называть. Игорь приехал ко мне, молочку привез. Я у него полбарана еще купил там. Вот. Я говорю, дорогой брат, я говорю, буду теперь по-евангельски называть вас всех. Жить, сказал по-евангельски, но я по-евангельски живу, а я неправильно выразился, надо было сказать, по-евангельски буду называть товарищем, братом. Товарищ, хорошее слово. 11 раз в Евангелии слово это повторяется, братья. Вот, все, товарищи, все отлично. Что ты мне можешь сказать про бороду? Ну, просто я ее, ну, брезгую, чтобы волосы лезли
в ложку, в кружку и вообще в рот. А как ты думаешь... Не могу, вот, слушай, я тебя спрашивал про Христа, про апостолов, про пророков. Как они пили-то, ели-то с бородой? Ну, Бог его знает, я не знаю, как они пили. Ты не отвечаешь, ты не искренний, лицемер. Ты лицемер. Почему? А потому... Значит, я такой... Потому что я такой, что я, ну, брезгливый, чтобы волосы лезли мне в чашку. То есть я брезгливый. Ты не хочешь? Я так и скажу. Ты не хочешь, чтобы твой образ был похож на образ, который Христос, Бог создал? Это Бог сделал. У женщины растет, у мужчин растет. В доме-то не две мамы должно быть. Это гомосексуалистам понятно. Ты-то здоровый, крепкий русский мужик. И ты не только это против. Приходят молодые ребята, они моложе тебя на 7, на там, сколько я тебе скажу, там, 50 лет. И называйте Михаил Федорович, не называйте меня Михаил Федоровичем. Так нет. Но ты сколько раз, Володя, говорил, не называй. Он тебя называет как положено, ты старший. Он говорит, Михаил Федорович, а ты не называй больше меня так. Я ему сказал, как называть. Пес поганый, ты, пес поганый. Дедушка, деда Миша, дядя Миша. Уже потом он... Ладно, буду дядя Миша. А теперь... Какой ему дядя? Я ему брат. Вот в чем дело. Мы все сыны Божьи. Ну, а между собой братья. Я слушал это высказывание Сергея. Этого собачника. Кто ему братья-то? Он скорее пса своего назовет братом, чем он назовет меня. И Игорь Дыбунов тоже такой машет. О-о-о, да я о-о-о, брат, это, боитесь потерять себя. То есть, ну, раствориться во мне. Да моя зараза к вам не пристанет. Вы что, взяли-то? Михаил, почему Федор... братом-то нельзя называть? Послушай, дорогой брат, послушай. Почему братом нельзя называть? Я тебя братом назвал сейчас. Почему братом? Я тебя братом сейчас назвал. Успокойся, это заради Христа. Брат Михаил, просто ответь мне. Когда ты увидел, да, что Игорь стоит там с книгами, почему ты его начал материть? Материть по матушке. За что? Какого Игоря? Дыбунова. Я по матушке материл? Да, ты материл. Да, перестань. Нет. Ты соглашался с этим. Я когда сказал, зачем? А что он стоит, распупырился там с книгами моими, стоял там, где краевая администрация, там площадь где. И ты первый раз его увидел и напал на него, на Игоря Дыбунова. Который ты показываешь там такой здоровый же, ну как ты такой же. И ты подошел к нему, что? Это первый раз. Первый раз. Ну, первый раз. Первый раз. За что ты его материть-то начал? За что? Первый раз видишь и материшь. Игнат Тихонович, он вас материл. Вот чем... Ты же меня, вот, Володя подсказал, что ты меня материл заочно. А мы-то с тобой в хороших отношениях. Это Игорь Дыбунов. Пьяный был. На пьянку сбрасывают. Ну, маленько-то. Игорь говорит, что он не пьяный был. Но ты-то не пьяный был. Игорь говорит, он Володя подсказывает, не пьяный был, трезвый. Ты просто на меня имел что-то. Да. А на что на меня иметь? То я у тебя ничего не брал. Я тебе только благодарность имею к тебе. Очень сильно я на тебя обиделся, когда ты меня по деревке выгнал с оглашенными. Я зашел, когда сел на лавку и ногу на ногу затащил. Думаю, я вас в гробу видел в белых тапочках. Понял, нет? Вот такой ты верующий. С вашими порядками. А смотри, я тебе скажу сейчас. С вашими порядками. Послушай. Ты в чужой дом, в чужой монастырь со своим усам-то зачем идешь? Пословицу нарушаешь. К нам приехал корреспондент с Москвы. Он 10 лет работал в «Комсомольской правде», Макаров Сергей Сергеевич. И когда у батюшки стали молиться в доме-то, он говорит, сейчас литургия, говорит, соглашенными надо будет выйти. Так я же прихожанин, но у вас, говорит, документа-то нет, что вы не на отлучение-то. Он говорит, батюшка, да вы бюрократ. Ну, я подчинюсь, и он не стал ни материться, ничего. Вот про документ. У него, он тебе сказал, что у него документа нет, что он в Московской патриархии, нет, да? Что он не на отлучение, не на отлучение. А теперь,
на отпущение. Да, вот это я по этому поводу. А ты в своих книгах пишешь, каким ты образом взял документ, что ты не на отлучении в Московской Патриархии. Да. Вспомни, как ты брал справку эту. Она тебе нужна была для устройства в заграничной церкви. Нет, она мне не нужна. И Патриархии я никогда не брал. Ты еще путаешь-то. С чего ради я брал бы там? И кто бы дал? Никогда у них этого не было. Они никогда не дадут такую справку. И никогда я не брал, даже в мыслях не было у меня. Вот здесь вот не было. А как они дадут? Они не дадут никогда. А почему? Потому что когда мы едем по миру, нам нужно, допустим, я приехал, решил причаститься в Испании. То если они даже не требуют, я покажу документ. Я не на отлучении. Я приехал в Грузию, я там причащаюсь. Я приехал в Москву, там причащаюсь. Потому что у меня документ, я не на отлучении. Это канон такой, канон. Ясно. Но ты сразу побежал в храм Христа Спасителя и причастился у патриарха. Ну и что? Я не понял, что я потерял-то? А? Поясни, что сказал сейчас? Нет, ну что не побежал? А что не побежал в храм Христа Спасителя? Мы не поняли. Повтори, что, где я взял, потерял, я не понял. Что? Почему не побежал в Москве сразу в храм Христа Спасителя, ну, главный храм России. Но сразу пошли чтобы туда. Чтобы причаститься. Мы пришли туда. Причаститься зачем, когда я дома причастился? Ты причащался в храме? Ты в храме Христа Спасителя причащался? Не причащался, он закрытый на замок. На замок закрытый. Он на замок, был вот такой закрытый, замок закрытый. И мы молились вокруг храма. С одной стороны не было открыто. Мы подошли, позвонили, охранник вышел, офицер, и нам открыли дверь, и мы с той стороны помолились. Молились за президента, за патриарха, чтобы был мир. Ну ты приехал-то туда ночью к храму. Да почему ночью-то? Ну он ночью, храм бывает закрыт. Ну что ты плетешь, что пока? А когда, днем? Ну, мы приехали днем. И днем пошли, уже было часов, допустим, 12. И мы в это время пошли. Что ты городишь-то? Дня или ночи 12? Ну неужели ночи? Ты что, в уме или нет-то? 12. Ну я не знаю, там 12, полдвенадцатого. Ну мы днем. И почему приехали, храм был за... Мы днем приехали, мы позавтракали, и потом пошли в храм Христа Спасителя. А он закрытый. Чтобы в храме не было вот это пусть и рай, они стали закрывать его. Ну, может быть, не знаю. Я не живу сейчас в Москве, я не знаю. Но он был закрыт днем. Американцев привозил. Повторяю, он был закрыт днем. Днем. И мы перед храмом молились. Но видно, что день-то. Еще спрашивают-то. Идут люди, экскурсии разные. И мы идем и фотографируем все. А внизу посмотрели, там много народа. Мы говорим, что там, говорит, патриарх сейчас приезжает, какое-то собрание епархиальное-то. Днем, днем. И храм закрытый. Ну, может быть, я не важен. Не важен. Потому что не в этом дело. В храм стали забегать, вот эти писатели сказали, видимо, закрывать, чтобы не было этого хулиганства. Ну, я же сказал ведь это все к тому, что в твоей общине только должны быть вот твои люди, кто принял истинное крещение в три погружения. Ну, да. Вот в чем дело. Которые... напишет заявление, который будет согласен на все условия, которые у вас есть в общине. Во-первых, в общине вот это условие десятины, оно ни к селу, ни к городу, оно вообще не прет, не катит. А ты все равно, значит, этот пункт десятину платить. Я тебе без этого пункта, я бы тебе отдавал десятую часть, там, даже больше, с этой с пенсией со своей, но не по закону десятины. Вот в чем дело-то. Так, без... По закону десятины. Десятины. Я закон... Я хочу. Слушай, десятины если нету, а десятина установлена Богом, тогда есть проклятая торговля. Тогда без торговли не обойтись. Потому что не на что содержать храмы проще.
Господь торгашей изгнал и говорит, это уже не храм, значит, не дом, это... а дом торговли. Вертеп разбойников. Это необходимо. Это необходимо в это настоящее время. Без торговли необходима эта торговля. Оглашенные изыдите никогда сейчас больше до конца скончания мира не выполнить вот, вот этого требования. Ни у нас в Московской патриархии, ни у зарубежников. Только у тебя в маленькой общинке. Да. Общинка маленькая. Да. Ну что там 70 человек? Ну, что ну и вот стоит? Это и удивительно, что мы ну дали пример. Что? Пример дали. Хотя бы один человек спасся, один. Один. Это... Он будет укором для всей вселенной, Златоуст говорит. Ой, ой, не надо. Не надо. Вы таким образом сами себя ставите вот на божничку прямо вот эту, знаешь, на божничку деревенскую. Вот, это ваша община на божничке там. Да, значит, ты уже при жизни канонизировал. Тебе самому нравится, когда люди живут по-христиански-то. Ты даже для виду-то говоришь, а внутри-то тебя Дух Святой все равно тебя побуждает и говорит, надо жить по-христиански, по заповедям. А я знаю, что надо жить по-христиански, и я к этому стремлюсь, и я все это делаю, я борюсь со своим этим недостатками моими. Ну вот, курение не могу я бросить, ну и все. Но я боюсь, что вот сказать, что я вот плевал на все и буду курить. Я так не говорю. Я говорю, что это я осознаю, что это мой грех. Что это, ну, грех там не написано, написано. Я знаю, что он вредит здоровью, все равно. Я 63 года курю. Ну, вредит здоровью, это, конечно, наверное, вредит. Но еще, ты говоришь, 12 лет не доживает человек. Ну, вот и посчитай, сколько это лет я не доживаю. Да. Не прет это никуда, вот. Понимаешь, нет, вот в чем дело. И я это, ну, нехорошо, да, бывает общение через курево, может, бывает и общение не может так, быть. Так, слушай, я спрошу. Ну, я бы бросил. Подожди, ты не против, что мы это да. записываем, в интернет выставлено будет, не против? Пожалуйста, выставляй. Ну, что тебе так, это даст? Послушай, я тебя спрошу сейчас, скажи. И мне. Я, тебе, видимо, звук доходит чуть попозже, когда я говорю. Ну, внутри-то себя ты же не такой. Понимаешь, нет? Я вот когда разговариваю о тебе, кто в Москве, ты, я говорю, добрый человек, он последний отдаст. Твоя теща говорила мне, ты можешь опровергать. Она мне говорила, вот приезжает, говорит, родственники Любы, твоей жены. И он никого в комнату не запускает. А вы приедете, он вам говорит, ты кровать и диван, а сам на полу лежит. Так, нет? Ну, это она правильно говорила, так, да. Да, так. Я был рад всегда приезжать. Вот, а теперь смотри. Рад всегда. Теперь смотри, когда мы приезжали в Москву, нам нужно было доставать пленки, ехать, а ты на этой поливальной машине работал, и ты говоришь, я имею право заезжать на Красную площадь. И ты ездил, покупал, возил, все, а я ничего не знаю в метро, я тебе руку в карман затолкаю и тащусь за тобою. Ты всем жертвовал. И у нас приезжал-то я не один, у тебя останавливался 6 человек. И ты всех принимал. Я не считал это жертвой. Я тебя знаю. Я не считал ты не... это жертвой. Вот, ты не такой. Просто любил тебя и стал... Понимал. Вот плохая связь. Ну, я говорю, может быть, ты тоже не слышишь. Просто я любил, уважал. И все, и встречал радушно всегда. Вот и все. Рад был. Да, рад встречи со своими. Потому что там был в этом Ерехоне один. Потому что меня окружали кругом. КГБшные эти все прислужники баптистские, вот в чем дело-то. И мне был это глоток воздуха, духа свежего. Вот и все. У нас в Москве было где останавливаться, но я всегда останавливался у тебя. Ну и хорошо, слава Христу.
Ты помнишь, как собрались? Я был рад этому. Собрались, когда в Москве мы были. Вот телефон надо. У нас один человек все время сидел день и ночь на телефоне. Звонили, и собрания были. Москвичи приходили. И вот одни сидят, москвичи, это набралась полная комната. И один другому говорит, они понравились. И говорит, а ты где, откуда? Он говорит, да я в Москве, а где? У Сокола. А другой, а ты откуда-то? Ну, он там, я из Бауманска. Вот это, говорит, надо с Алтая приехал, чтобы мы друг друга узнали и приняли друг друга. Вот да, так. Это, я помню это хорошо. Комната-то была 26 метров, она большая была. Да. Вот. А особенно, когда отец... Отец Дмитрий бывал... Дудко. Ну, вот когда он после освободился. Да, в 80-м году, когда его отпустили, КГБшники. Да. И ты его интервьюировал, да. Ты все записывал, эти пленки-то. Да. Я тебе скажу, вот это вот пленки две, они у меня были, и я Мише отдал, его сыну, отца Дмитрия Дудко-то. Миша Дудко, я ему отдал. Он говорит, да я послушаю, что там отца, там как это, чего там спрашивали. Ну и говорит, я тебе отдам. Ну так у него остались эти две большие бобины. Как мы были у отца Александра Меня? Помню, два раза было, по-моему. Два раза были, да. И этого... Вот я могу плохо сказать. У Глеба, отца Глеба Иконина. Иконина, да. Матушка, ну мы у двери постояли, матушка открыла дверь и нас не запустила, а он был в тюрьме в это время. Ну и правильно, она не знает, что за люди, что пускать в квартиру, вот и все. Это помню. Я с тобой ходил везде, и ты мне показал людей-то многих, вот особенно из этого Андрониковского монастыря-то там. Да. Ребята-то очень хорошие. Вот он... Ой... Вот. Икона, Архангел Михаил. Едва видать. Едва видать. Видать, видать. Да? Видно? Видно, видно. Вот это мне подарил вот этот товарищ, которым я познакомился. Он Александр, по-моему, да? Он был этим экскурсоводом в Андрониковском монастыре. Там же ведь эти иконы выставлены были очень много. Вот, он очень хороший. Я потом, мы с ним встретились в другом храме, и он мне говорит, я тебе подарю. И мне подарил вот эту икону. А ты с нами был? Маленькую. Ты же был с нами, когда я в Третьяковской галерее это проповедовал? Конечно, был. Я все помню. А как ходили мы в Кремль? Помню, ты перекрестил, говоришь, извини, нечистая сила. Мы шли, приходим в Кремль, это я все помню. Я не боялся, вот я с тобой ходил, я не боялся. Помнишь, мы там вот на Тверской этой улице, там храм, ну, в центре, и мы были. И когда из храма вышли, ты бабки там у тебя окружили, ты все говоришь. А эти москвичи, которые твои, ну, друзья-то, они боялись этого, сразу испугались. И смотрю, на ту сторону дороги перешли, и там стоят. А я стоял около тебя, думаю, если придут забирать тебя, ну и меня заберут вместе. Вот так и все. Я и сказал тебе, я говорю, видишь, что... Да, проповедовал в храме Василия Блаженного, в то время открыли-то. Они за мной там гонялись где-то. Он говорит, здесь был, я говорю, здесь был. А? Вот как. Ну там вообще, там просто заблудиться в храме, там маленькие переходы, маленькие там комнаты, все такое помещение там. Я вспоминаю, как пришлось в Эрмитаже, в Исааке. Ну есть что вспомнить. Да. Понятно. Ты мой большой доделал. Я тебя принимал хорошо, а ты...
А ты меня в Потеряевке принял. Я с тобой приехал, тебе на такси приехал, хотел поговорить, а ты целые сутки телевизор смотрел. Какой телевизор? Тебе это надо было. Так, подожди, какой телевизор? Когда обыкновенный? Какой телевизор? Телевизор, обыкновенный телевизор. Но ты по телевизору смотрел не передачи центрального телевидения, а магнитофон, фильмы. С магнитофона. Не знаю. Ну, про тюрьмы там, прочее все. Ну, может. Про тюрьмы. Виктор был с тобой. Может быть. Может быть. Мне это необходимо было? Необходимо было? Да. Ты сказал, мне необходимо, придется в тюрьму проповедовать, значит, вот я хочу этот фильм смотреть. Вот и все, ты правильно сказал. Я приехал в Москву, и ну, Абрашкин-то меня сразу же интервью взяли для тюрьмы. Там, кажется, облака или как-то у них называлось. Сразу, я домой приехал, говорит, а мы слышали, по радио вы выступали. Я просто нужен был. Я помню, когда мы были, я говорю, какое-то препятствие на машине. А ты говоришь, какое препятствие? Ну, Каспийское море обрыв, так мы с тобой, говорит, вокруг моря обойдем, говорит. Так ты на машине говоришь, препятствий нету для благовестия. И меня по Москве гонял, там покупали пленки. А в одном месте пришли какая-то на букву Ш, там метро, и не было денег. И директор дал нам в долг большую сумму, чтобы Библию достали. Помнишь? Шаболовка или как-то... Нет, нет, просто память сейчас. Но ты это помнишь? Я помню, это все такие моменты, что тебе дали, да, там прочее, там прочее. Ну, ты сам Библию дарил кому-то, ну, в общем, в магазине книг сколько мы покупали, ну, у тебя деньги были, там все правильно, это все. Я тебе говорил про машину, что я не боюсь на этой машине хоть куда ехать. Да. И вот, ну, мы же в бочку нагрузили эти ящики-то. И мы в бочку сели туда. Ну, и я еду, у меня полная кабина еще этих ящиков. Но поливалку никто не останавливает. Ну, потому что это такая ГАИ. Все знают, и против поливалки идет поливалка. Ну, и все. Так что я мог по любой улице... Никто бы не догадался, что вот в бочке сидят люди. Люди и сидели. Вот... А мы сидим, там вода-то маленькая, а не вся вылетает. Вас же не видать было. Мы только здание смотрим в этот, в люк-то, но видим? Это там самым... Да. Да, да, да. Люк открытый был. Люк открытый. Я по Александровскому саду не ездил. А мы когда к вам приехали домой, стали... Везде ездил. Ящики, представь, 375 метров катушка. И в одной коробке 100. Это вдвоем надо было поднимать. И таких мы вытаскиваем, там просто огромная куча. А соседи-то видят. И тогда твоя теща или кто сказал, говорит, а вы, наверное, на нас заметили теперь, что что-то необычное такое. Я думаю, ну, дом-то новый, крепкий, я думаю, пол, чтоб не провалился там в углу, куда все загрузили, там вот в чем дело. Я же на весь, на всю страну, всю страну буквально заполнил, и Златоустом, и Житиями, и тысячи экземпляров шло. Архипелаг ГУЛАГ в стране я первый раз распространил, на 10 лет раньше Нового мира. Архипелаг ГУЛАГ, это все так себе чтиво, это, я его читал просто так, ерунда, ну просто новая книжка, быстро прочитал. Я искал, что там такого криминального, ну против советской власти, там что-то там, ничего такого не было. А вот когда в конце, последних два листочка, когда он, значит, я в своей квартире, значит, призвал иностранных корреспондентов, устроил пресс-конференцию, я тут сразу, у меня перевернулось все, я думаю, диссидент несчастный, ну, правильно тебя там в это, в Германию на одного на самолете, на Ту-154 отправили, дали ему там $20 в конце трапа и выбросили. Вот и все. Диссидент несчастный. Чего ты его любишь? За что? Я его люблю. Это, за что это ты его чудо, любишь? Чудо он России. На... Как нам обустроить Россию? Да. Он вернулся из Америки обустраивать Россию. Да.
Да тут криминал, тут банда на банде, тут вообще чего тут, ничего. Пока законы не будут работать, не будет власть исполнять то, что ей положено, ничего у нас не получится. Вот и все. Сейчас просто воровать стало нечего почти что, но они все равно воруют и воруют и воруют, ну вот и все. Что нам? Мне до лампочки, я это самое не боюсь. Вот эту войну прожил. Тоталитарную систему. Я расшифровываю СССР, это сатанинское сборище сумасшедших рабов. И свалить ее мог только что перестройка, гласность и архипелаг ГУЛАГ. Вот что сшибло ее. И твои молитвы, да? Конечно. И твои молитвы. Да. По недоразумению ему. Ты молился за это. Да, всю жизнь вот молился. Вот в чем дело. Религиозный, религиозного гонения в Советском Союзе не было. Не было. Гнали только вот таких, как ты. Хорошо, а отделенных баптистов за что сажали? Таких, как ты. Потому что они в Барнауле что устраивали? Что? Отделенные. Что? Палатку военную эту как купили. Духовые трубы и гудят на полгорода. Ну зачем это нужно? Зачем это нужно? Зачем баптисты в Москве? Этот Коля, футболист, этот, хоккеист там, который в автобусе проповедовать, в метро проповедовать. Зачем? Так разве плохо это? Нужно проповедь в метро-то, а? Еще тебя. Хорошо. Плохо. Плохо. Это хорошо. Если власть говорила, нельзя проповедовать в метро, в автобусе, в музее, на Красной площади, тем более в Кремле там нельзя проповедовать. Власть запрещала. Если власть ты не слушаешь, не подчиняешься власти, сам на себя наводишь осуждение. И существующие власти, Богом установлены, если ты это не принимаешь, что это власть от Бога была, значит, ты не принимаешь вообще ничего Евангелия. Ну ладно, послушай. Власть вот бывает от Бога, попущена Богом. И Антихрист попущен будет. А теперь смотри, ты сейчас сказал словами, которые апостолам сказали, не запретили и накрепко не говорить об имени. Они говорят, кого больше слушать, Бога или человеков? Баптисты отделенно, они поступали здесь абсолютно правильно, по слову Божьему. Это герои веры. Это алмазы люди. Им не хватало только в церковь пойти Христову. Вот кто готов им, кто готов вот к тому, чтобы проповедовать, когда власть запрещает, значит, он готов к тому, что идти в ГУЛАГ. Да. Идти в тюрьму. Да. И все. Вот и все, пожалуйста. Пожалуйста. Хочешь? Ну, ты мне сам говорил, я хочу пострадать за Христа. Я тебе говорил, Игнатий, да не надо тебе, зачем тебе эти масоны там, прочее все такое, зачем тебе это самое? Ну, ярло пищи распространяй, жития распространяй, Библию читай. Ну, никто тебе же ничего за это не делал. Ты сам говорил, что пока не трогал я масонство, никто меня не трогал. А вот масонов как издавать, начал пленки и распространять, и тебя сапали. Да. Ну так же было, ну так. Да. Ну вот. Ну, значит, что, ты хотел пострадать, ну пострадал немного. Но потом тебе они не могли, они тебя привлечь-то, ты же со своими документами, ты не мог, ничего они не могли сделать. Просто они тебя стращали, возили по этим, ты говоришь, вот там по трубам протянули. Они тебя оберегали, КГБшники-то оберегали тебя. Что ты думаешь, чтобы тут на весь мир, когда бы прозвучало, вот больного человека там это да, больше. Да, они мне сказали. Там, они мне сказали, что мы могли и по-другому сделать, но и я поднимал ногу, где надо поднимать, и наводил брусчатку. Я нигде против не нарушил ни разу правила, ни в лагере, ни в тюрьмах, никогда.
но везде я говорил Слово Божие. Они это подметили, что бесстрашно выступал, говорил, усмирял, которая там не, даже там голодовку объявляет. Меня туда запускали, голодовку прекращали делать. Власти все это учитывали. А когда еще начали эти, которые таежные, там истинно православные, приходить, сразу 32 человека пришли, паспорта получили, дети пошли в школу. Тут КГБ ко мне на работу приехали. Приехал Беденко Александр Семенович. Мы давайте сделаем так, что мы вас забросим туда, в тайгу, чтобы там такие места, люди вообще не признают советскую власть. У нас были очень хорошие отношения до момента, до определенного. А тут я уже уперся. Нет, не надо. С вами я не буду. Вы дорогой меня спихнете. Когда ты делал вот это хорошее, вот в Стальменке, там прочее все... Это власти нравилось, они взяли паспорта, все, стали советскими гражданами, это правильно. Вот в чем дело. А что ты в тюрьме там? Они, ну, в тюрьме-то, ну, да пусть говорит, ну, хоть поп там какой-то, значит, ну, пусть проповедует. Когда там я вернулся, Разрешили, пожалуйста, говори, когда... Полковник местного Алтайского КГБ, полковник Никулин Юрий Михайлович приехал ко мне на дом и говорит: Игнатий Тихонович, согласитесь, что и у нас, и у вас дураков хватает. Когда вас арестовали второй раз, я пришел и сказал: что вы делаете? Какой он вред сделал-то? Ну, стихотворение написал, Ленин там помянул. Да какой вред-то государству он принес-то? Ну, видите, говорит, я уже был на пенсии. Идеология. И советская идеология, значит, вождя мирового пролетариата, такое стихотворение писать нельзя было. Что тебе дало, что ты написал на него стихотворение-то? Ну, что тебе дало? Ты мне на этой папиросной бумаге прислал напечатанное, там, распространял эти стихотворения. Я написал, ну, как написал, стоит на памятник свой рот ощерив. По мету птиц подставил голый череп. Вождь атеизм, атеизм в сонмище иуд. Следователь написал: памятники нужно мыщаще. Ну, правильно, правильно, мы чаще. Но ты любой, вот и вот, и любой моментом ты хотел против власти, вот против коммунизма, против сатанизма, там, что ты считал коммунистов таких. Ты... Допустим, это. Но то, что хорошее было в советское время, сейчас этого абсолютно нету. Ты почему молчишь, что у нас такая жизнь сейчас? Я говорю, такая была в советское время. Я говорю об этом. Что ты не говоришь? Не говоришь ты. Я говорю постоянно об этом. Вот, вот мы живем в Алтайском крае, в Барнауле, столице края Хлебной. Хлеба в Барнауле нету, хорошего хлеба. Хороший хлеб только в больницах. Вот в любой больнице бываю, там они с четвертого хлебозавода берут белый хлеб, серый хлеб. Просто замечательнейший хлеб, я там с удовольствием ем. Понимаешь, нет? А здесь я не могу купить. Вот у меня магазины везде, Мария, Ра, Айшан, там прочее все. Дрянь хлеб весь. Это не хлеб. Типун тебя на язык. Когда откусываешь полный рот. Типун тебя на язык за это. Почему? Да потому что хлеб не сеем, как мы можем роптать? Хлеб портят, когда делают. Вот набираешь хлеба, полный рот, мягкий хлеб, молока взял, глоток, и хоп, и хлеба нету во рту. Куда хлеб делся во рту? Это не хлеб. А куда он делся? Я говорю, это говорить буду. Куда он делся? А куда он делся? Они портят продукт. Куда он делся-то изо рта-то у тебя? А потому что он ватный. Ватный хлеб. Ватный хлеб. Какой? Ватный. Квасный? Ватный. Ватный. Вепер. Ватный. А... Ватный. Ну еще ватный. Так что, плохой, что ли? Искусственные отбеливатели, разрыхлители. И всякая дрянь, дрожжей нету, искусственная закваска из мороженого теста. И все это стряпают прямо в магазине. Вот большие магазины сейчас, там и пирожки разные, эти, и, это, и хлебы разные, буханки. Кирпичка-то, кирпич, буханка теперь, вот сгулькин нос, вот так. Ну, сейчас могу принести. Да, у меня он лежит там на кухне. Советский хлеб, вот,
Вот кирпич был, а сейчас что? Да. Хлеба нету хорошего. Ну вот и все. Нам роптать не надо, мы его не сеем, не пашем. И такого не будет, такой будет искаем, а отруби даже будем покупать. Я привожу к тому, что в советской власти хлеб был хороший. В этой власти хлеб испорченный. Портят и продают. И буханка меньше, а стоит дороже. Да. Ну, я говорю против власти вот этого. Потому что власть отдала все на откуп. И сама ничего. Только распределяет денежные потоки, которые собирает с народа, которые собирает с нефти, с газа, прочим, все, и делит между собой. Ну и нам бросает что-то там, все прочее. Вот и все. Вот я что. И я сейчас говорю против власти, и мне никто никогда не посадит, и не придет, не призовет куда-нибудь за то, что я говорю. Я говорю, что воруют миллиардами эти мэры городов, и прочее все, и все кругом, миллиардами воруют. В советское время ты не говорил этого? Нет, не говорил. Это ты расхорохорился теперь. А где ты был раньше-то? Так что фокусы. Ну? Это означает... А в советское время я всем доволен был. О, лицемер. Я всем был доволен в советском. Вот это лицемер. Я когда был всем ушла, доволен. Теперь тоталитарно. Я нисколько не лицемерю. Я нисколько меня не гнали. Вот это самое, так, чтобы вот там... Так, послушай, я тебе вопрос задам. Михаил Федорович, тебе скажи, Рамзан Кадыров нравится? Да. Рамзан Кадыров, да. Как они все, вот эти азиаты, это вот можно отнести Иосифа Сталина. Я отношу тоже к азиатам. Ну, вот, ну, люди кавказской национальности. И если он что прет, то прет напролом и все. И я думаю, что он молодец, хорошо все делает. Он, во-первых, для своего народа, для своей республики. Но это потому, что его бомбили там всю республику, разбомбили, расстреляли. Конечно, надо было восстанавливать, потому что дурное начальство руководства. Вчера я вечером смотрел, ночью уже, в 12 часов ночи, про эти 91-й год, ельцинская эта команда, и Грачев, Павел Грачев, когда он министром обороны, и Ельцин его заставил лезть с танками в Грозный-то. Он не хотел, Павел Грачев, вот в чем дело. Ельцина все эти заморочки. Ну вот и так. Все. А теперь мы расплачиваемся за эти дела. Так, а как ты смотришь? Я думаю... На Жириновского как ты смотришь? Это цепной пес у Путина. И прочего всего власти этой. Вот он, на кого спустят, на того и гавкает. Он бывает гавкает на Зюганова, там, на Попова, то есть на этого мэра Лужкова, Москвы. Лужков. Его науськали, и он давай на Лужкова говорить. И то, и другое, пятое, десятое, там все и прочее. Вот. Для того, чтобы Лужкова убрать, захотели убрать, ну и вот спустили. А ты знаешь, какая пенсия у Лужкова? 250-230 тысяч, что ли, да. 250 тысяч. Мне не важно это, знать, сколько пенсия. Но вот эти все диссиденты, да, все диссиденты, все, кто сбежал из Советского Союза, кто сейчас уехали за границу, они там, оказывается, получают нашу пенсию с нашего, ну, с нашей страны пенсию-то, и тут идет туда. Им уже не американцы, не англичане платят пенсию Лужкову,
А ему платит пенсию Советский Союз, Россия. А ты знаешь, у Лужкова, у Лужкова. Я понимаю, так вроде. У Лужкова кто жена? Ну, конечно, знаю. Елена Батурина, ну. Она самая богатая женщина в России. Самая богатая в России. Самая богатая в России. Я знаю, когда она начинала свой бизнес. Она эти сидушки на стадион все сделала, там, ну, напечатали эти все. Первое дело ее, а потом дальше, больше, дальше, больше, дальше, больше. Потому что власть такая у нас. Ну и если бы мэром не был Лужков, ее муж, она бы этого и не смогла сделать. А Лужков был мэром. В Москве самые хорошие места подвели. Канализацию, там воду, там прочее, все там, в общем. Подводка, это очень, 1/3 здания стоит. Так говорят. Ну вот, она на всем готовом строила здание. Ну и вот получала деньги-то, прибыли большие. Ну и все. А тебе... Это все капиталистическая система. Так, а тебе... Я ее очень презираю. Ну ладно, теперь тебе, да. Лукашенко Александр, батька, нравится? Конечно. Он говорит, я, говорит, сохранил колхозы. Только под другой вывеской, говорит, но я сохранил колхозы. Это отличное хозяйство коллективное. У нас на Алтае совхозы были. Очень хорошее коллективное хозяйство, совхоз. А сейчас Игорь твой один, ну и что? Что сделать один-то? А если бы таких, как Игорь, организовались в артель, вот и все, и взяли бы несколько тысяч гектаров-то там. 500 000, допустим, тысяч гектаров. Вот и все, и было бы хорошо. Ладно. И свои, и сами бы торговали тогда. Вот и хорошо. Так, как вот он молочкой давай, торгует. Давай, вернемся к нашим баранам. Да. О чем мы говорить-то начали? Что у тебя не работает скайп или там опера не работает? Нет. У меня скайп. У меня восстановлена полностью оперативная система. Десятка. Новая. Как новый компьютер вроде, да? Вот. Я здесь только смог открыть, вот скайп открыл я, добился. А оперу я поставить не могу. Откуда ее брать, как установить оперу? Нужно первое, установить оперу. А после, когда будет опера, тогда можно будет зайти в этот магазин, то есть этот, в личный кабинет МТС, и взять оттуда, установить защиту. МТС, security, защиту установить. Потому что компьютер без защиты. И вот сейчас я тебя плохо видел, и звук прерывается. Это из-за того, что нет защитника. Вот в чем дело. Ну, надо полностью установить, чтобы работало все. Звук пропадает. Я не знаю, что тут... Очки. Подожди. Очки надел. Повысил. Ну, я смотрю, ну почему звук-то пропадает? Вот что дело-то. Я проверял звук, у меня звук хорошо работает. А вот с тобой связь уже, и, наверное, из-за того, что нету защиты. Защиты нет на компьютере. Слово «защита» имеет другой смысл. Я однажды показал книги, а тут в городской, в краевой администрации работает мне приятный такой человек, но она уже на пенсии должна быть, Ремнева, Надежда Степановна. Она была первый секретарь, кажется, центрального, что ли, райкома партии-то. Но она, когда увидела мои книги, то говорит, да к вам защищаться надо. Я говорю, от кого? Ну, кандидатскую степень, я говорю, защищаться. Я недавно у ней был, подарил ей книги. Она когда была еще в городской администрации, и когда я подал туда прошение, что у меня никак, я не могу вернуть, что у меня изъяли, то я реабилитирован, а изъято не возвращают. И она написала, прекратите издеваться над человеком, сделать полный пересмотр. Это тронуло, а дальше уже юстиция, ну и дальше... Пошло, и теперь вернули мне, вот я сижу, где выиграл процесс. 11 лет шел суд, легко ли? И она помогла, и я ее нашел, и я благодарил. Она за тебя
она так сказала, потому что она советский человек. Она видит, что хороший, ты защитишься, получишь ученую степень там или какую-то писательскую, и будешь получать повышенную пенсию, будешь платить за, получать от книг что-то. Вот она чисто советский человек, вот и все. Она тебе. А сейчас это ученая степень, тебе хоть доктора, ничего не будет. Никто ничего не заплатит. Я тебе сейчас еще скажу. Я 17 лет вел... А если даже... 17 лет я вел занятия в техническом университете, АГТУ. Ну и однажды мы сидим с этим, с ректором, Евсегнеев Владимир Васильевич. И он говорит, а сколько вам платят? Я говорю, а за что? Да кого же преподаете? Я говорю, я никогда не думал, да вы что? Он достает вот такую большую медаль, она у меня лежит, мне медаль вот такой вот, памятная медаль такой. Так за 17 лет посчитали, ой-ой-ой, за 17 лет это такая сумма, в ум не вкладывается, а то получите. Я пришел, а там, говорит, какой у вас ИНН? Я говорю, а я ИНН не получаю. Не получаете? Я мог бы выиграть, но я не стал. Но он меня подсунул под этих, какие-то бизнесмены попросили проводить с ним занятия для повышения уровня. Ну, они русские, как сегодня так говорят, новые русские. Я провел всего две встречи по 2 часа. Ну, и тут они мне выписали чек, говорит, идите, получайте деньги. Я когда пошел получать-то, там такая сумма. Я говорю, а как это, за что? Ну, за то. Я говорю, а какое вы мне звание дали-то? Профессора. Да там еще накрутили, как будто бы чуть ли не лауреат Нобелевской премии. Я говорю, а почему? Бизнесмены все просили, говорит, все сделать. Ну, мы сделали. А за 17 лет у меня так и пропало. Вот слушай, а я тебе бы сказал по-другому. Я бы не стал эти деньги получать. Я бы отказался, я бы сразу сказал, я свидетельствую о Христе. И бесплатно, потому что я ожидаю награды гораздо больше, чем вы мне предлагаете. Да. Вот я бы так сказал. Я так и сказал, вот. Я так и сказал. Но это, здесь это... другое. Я вел мировое искусство. Они тебе просто видят твой такой вид, такой затрапезный, прочее, все. Ну давайте мы ему хоть заплатим что-нибудь. Ну и заплатили. Ну просто по доброте своей, этот директор института. Вот и все. Я тебе расскажу, когда мы судили, я судился с ними, то шли там свидетели, первый секретарь КПРФ железнодорожного района Бобров. Ну и он выступать-то когда начал, а судья расспрашивает, как вы познакомились с Лапкиным, где вы у него это, встречи были. Он говорит, ваша честь, был конгресс интеллигенции, там был лауреат Нобелевской премии Жорес Альферов. Ну и выступает там очкастые такие, вдруг говорит... На кафедру дают слово вот этому человеку, ваша честь. Я когда увидел его, говорит, за трапезный пиджачок, валенки, говорит, с галошами. А я подумал, а зачем он здесь? Но ваша честь, говорит, вот он заговорил, я прошептал, Златоуст. А он против меня. Он забыл, что ему надо против-то говорить-то. Вот как Бог делает. Слушай, Игнатий, твой дар, который у тебя есть, я признаю и прочее, служи им Богу. Служи им Богу только без заминок каких-то. Вот. У тебя много заморочек таких, которые тебе, они не нужны. Про бороду, да, нужны. Про бороду про, говоришь? Поеду... Про бороду говоришь, заморочки? Да. Ну, ты... а то люди подумают. Кто говорит, про что говорит? Что? Ты знаешь пословицу. Я помню, вот, я помню даже в Москве, когда ты к нам приезжал-то, вот ты мне говорил, ты что куришь-то, брось курить-то, брось курить, даже, да, брось курить. Я тебе сказал, говорю, да, я эту траву курю, а ты эту траву завариваешь в чайник и пьешь чай. И ты... Больше, сколько раз еще приезжал, чаю никогда не пил. Да. И не говорил даже об этом. А я не обратил внимания. А Любовь Петровна говорит, что чай-то они, говорит, не пьют. Кипяток только пьют. Вот, в чем дело. Ты показал пример мне такой, что вот трава,
значит, ты не кури, а я не буду чай пить. Ну, сейчас я пьешь, чай-то да, никогда не пил. Это заварка была богородская трава. Чай я вообще никогда не пил. Богородская травка. Но чтобы тебе не подать соблазн, я решил никогда ничего не заваривать. Чистую воду пить. Это было тогда, я помню. Ты в этом плане очень показал пример замечательный, хороший. Я не смог. Конечно, а знаешь, как ничего. Я тебе скажу, мне нравится... Ну, я эту бороду, я... Биография Антония Великого. Он, говорит, был как пчела, которая со цветка на цветок перелетает и везде берет нектар. Я нахожу хорошее у баптистов, нахожу хорошее у адвентистов, у мормонов, у католиков, у мусульман. И меня за это все гвоздают. Я не говорю, что все плохое, но хорошее почему не взять-то? Хорошее, да. А вот смотри. Вот у мормонов хорошее, они хорошие миссионеры. Задерживайся, если. У нас детский лагерь, и про наш детский лагерь стало известно далеко. И прилетает к нам через Останкино директор Кэстонского института из Лондона. Ксения Деннон. Представь себе, она договаривается со Станкина, оттуда дают сопровождающего, и в Потеряевку прилетает. Это вообще надо было видеть. И она тут все рассмотрела. И когда она уехала в Англию, большую статью напечатала и говорит, как словами Сарисы Савской, говорит, мне и половину не рассказали, сколько я узнала, а всего один день были. Но я в ней увидел столько хорошего и об этом написал. Слушай, Игнатий, ты меня используешь для своей деятельности, для проповеди своей деятельности. Но разве это плохо? Я хотел с тобой говорить только о том, что тебе... Ну, это я уже слышал 100 раз. 100 раз. Ролики все твои я слушал. Ну, в деревне, в Потеряевке, все лето... Что ты там делал, вообще до одного ролика я слушал и смотрел. Понравилась с детьми работа, очень хорошая детская работа, значит, вот это все. Мне не нравится только то, что я не могу приехать в Потеряевку и приехать, допустим, в храм ваш. И даже в Барнауле здесь я бы мог такси взять и приехать там на службу и побыть, пообщаться. Ну хорошо, я... хорошо. Давай, давай, успокойся. За шиворот меня. Успокойся. Вот в это воскресенье я тебе разрешаю. Приезжай. Только в кармане, чтобы табака не было. Рубашка на выпуск. С пояском. Согласен? Табака не будет. И даже не буду в этот день с утра курить вообще ничего. Ну да, не чтобы будет. Тебя даже табаку запаху не было. Пахнуть. Но теперь рубашка на выпуск под поясок, ну, по русскому обычаю. Согласен? Сапог нету. Не надо сапог, не надо. Рубахи красные на выпуск. Любую рубаху надень, и чтобы она у тебя, рубаха была вот так под поясок. Вот. Вот так вот. Ты это можешь сделать? Это правило, наш дресс-код. Ты это можешь? Пошел, я иди сюда. Пошел. Штаны-то спали. О. О. Ну-ка. Уже приготовлено. Все. Что-то не заладился у него. Но у тебя рубашка-то есть такая, чтобы не в майке был? Рукава должны быть... Под это. Ну-ну-ну. О! Так, а ты у тебя рубашка-то есть, чтобы до кистей был закрыт-то? Ну, нормально. О! Сколько висит. Ну, понятно. Ну, договорились, давайте. В это воскресенье приезжай на 7:30. На 7:30, чтобы был здесь. На 7:30? Да, потому что 8 будет богослужение. Хорошо. Ты знаешь, где быть? 6:30. Хорошо, приеду. Все. Ну, а только ты веди себя очень спокойно, так, спокойно, замечание, чтобы не было мне. У нас после богослужения будет собрание. Собрание будет. Я после, когда собрание идет, в конце я говорю, у нас есть гости, я тебя представлю. И всегда говорим, есть ли у вас слово к народу сказать. Так что ты приготовься сказать слово. Мы даем всем слово, кто бы он ни был. Если к нам во двор зашел
и мы его проверили, то мы ему представляем слово. Ты представишь так, как ты меня знаешь. Да, все, только достаточно. Так. Ни одного, ни одного шага не неверного я не скажу. Года три молчать буду. Я тебя представляю как своего давнего друга и благодетеля. Как ты нам помогал в Москве, когда был? Цены этому нету. И ты знаешь, что я никогда не солгу. Ну хорошо. Все, готовься, хорошо. Давай. Это постарайся уже за день в рот табака не брать, чтобы запаху не было. У меня некоторые приходили на занятия, от них пахло. Я их предупредил в университете. Он приходит опять, я обязан был выйти и его сказать, больше не запускайте, вычеркнули из списков, которые на проходной пропускают. Я предупредил, раз, другой нету. И зачем? Тем более, видели, курит внутри, в туалете. А там, если курят в туалете, то нельзя этого делать. А это уже падает на нас. Это ваши люди были. А он не наш. Он... Ему разрешили только. Один пришел и говорит, я туркмен. Я узнал. Он хороший парень. Но мать у него запилась. И он ее подтащил дома печкой и в печку толкал мать. Я когда узнал, я говорю, было такое? Я говорю, было. Я говорю, с сегодняшнего дня на занятия не ходи, пока у матери не выпросишь на коленях прощения. Это мать. Для матери, говорит, в пригоршне приготовь еду, и тогда ты будешь должен. А она запилась, я знаю, у тебя брат есть, я все про тебя узнал. Но ты с матерью поступил как? Ходишь на занятия к нам, а хороший, видно, прям ревностный. Я его попросил, больше на занятия не ходи, пока не примиришься с матерью. Так, еще один вопрос. Давай. У меня ни одна рубаха на шее не сходится. Надо что-то сделать будет. У нас на... Не застегивай. Но во время богослужения должно быть застегнуто. А ты что так разожрался-то, как свинья? Зачем это? Это батюшка виноват. А что? Барана-то он прислал. А, барана продает. Ну, я два или три года я не покупал. Ну ты слушай, внимательно, послушай, где петелька у тебя есть, ты сделай так, и, ну из крепкой нитки-то, чтобы она застегивалась, держала, пусть даже не сходится. Ты это можешь сделать, ну в виде веревочки, петельку. Ладно. Сделай, все. Мы нарушать не имеем права. Вот у меня висят правила в детском лагере, что когда в колокол ударит, бежать бегом только. И ударят, и я бегу со всех ног, как могу. Я не могу нарушать, иначе какой же я руководитель-то? Надо быть принципиальным в этом вопросе. Вот я могу объехать это все. Я надену это другое. Ну да. И не надо веревки подпоясываться и застегивать. А нет, так не пойдет. Под костюмом у нас написано, когда проходит мимо, обязан расстегнуть и показать, что с поясом. У нас это в уставе написано. Не просто так скрылся и пошел. Под костюмом рубашка даже не смысла. В свою берлогу мне. Медведь. Ну, давай. Сейчас пройдем. Сейчас пройдем. Давай. А ну-ка под поясок затолкай. Рубашку-то затолкай. Что? Под поясок, пояс сверху сделай, чтобы видно было. А это не рубашка. Но... Это не рубашка. А, ну пойдет. Ну не рубашка это. Ну поясок только сверху, чтобы был. Пояс. Все нормально у тебя она, хорошая. Ты пояс только сверху. Ну, это короткая, ты что? А, это короткая. Короткая. А. Короткая. Ну вообще-то она хорошая. Длинная. Она же дёгкая. Ты смотри, у тебя она... Ну, тебя... она теплая. Ну, хорошо. Ты только поясок надень, пусть и короткая будет. Американская вот эта штука. Вон какой ты. Я уже лет ее 12 или 14 таскаю. Ну, все, договорились, давай отпускай. 12 или... Так, Михаил Федорович, отпусти меня теперь. Мне уже идти надо тут кормить собак на улице. Я всю улицу кормлю собак. Воробьев, Жуланов и голубей.
С Богом! До воскресенья! У меня на пусту висит все мясо. Сорок кормлю. Слава Христу. Все, давай. Пойду.